Приближается садово-огородный сезон. Это значит, что активность на участках возрастет. Садоводы будут не только высаживать овощи и фрукты, но и возобновят или начнут строительство, к примеру, дачных домиков. Согласно новому закону, который вступил в силу 1 марта, чтобы начать строительство на участке, речь идет о капитальных постройках с полноценным фундаментом, требуется получить разрешение от муниципальных властей. Стройку необходимо вести согласно строительным нормативам, а не так, как это было раньше. Захотел и построил. Выкопал яму, залил фундамент, построил. Соблюдены нормы. Крыша упадет или не упадет, это второй фактор. А потом уже будет поздно. Вложенные деньги, потраченные силы, материалы могут привести к очень печальным событиям. А именно, такую самовольную постройку никто никогда не зарегистрирует. Мало того, если нормы строительства признают нарушенными, дачный домик могут просто снести. Уведомить муниципалитет, согласно новому закону, необходимо в случае, если вы планируете провести реконструкцию домика или завершили стройку.